Хабиб Нурмагомедов уверен в своей победе над Тони Фергюсоном. Звезда UFC пообещал своим поклонникам измотать Тони Фергюсона и сделать все, чтобы одержать в поединке победу. Нью-Йорк, США, 11 февраля. На встрече в Нью-Йорке со своими болельщиками российский боец смешанных единоборств рассказал о своих планах на бой, который состоится 4 марта в рамках UFC 209. Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой с Тони Фергюсоном для него очень важен, так как в случае победы россиянин получит пояс временного чемпиона UFC и право побороться за звание чемпиона. Помимо предстоящего боя, российский спортсмен поговорил о Конноре Макгрегоре, встрече с которым он добивается от руководства UFC уже не первый год. Хабиб в очередной раз отметил, что если ему все-таки выпадет шанс оказаться в одном октагоне с ирландцем, то он его уничтожит. Нурмагомедов не стал отрицать, что перед поединком с Фергюсоном у него присутствует нервозность, однако это ни в коем случае не помешает ему победить. Тони Фергюсон. Моему уровню соответствует только Нурмагомедов. Легковес UFC Тони Фергюсон считает, что сейчас его уровню соответствует только россиянин Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор пытается скрыться. Он постоянно ищет оправдания. Он не хочет драться в дивизионе мужиков. Он может пытаться вернуться в полулегкий вес, но и там он потерял свой пояс. Теперь он из кожи вон лезет и ищет оправдания, чтобы удержать пояс в легком весе. Но когда у меня или у Хабиба появится пояс, конечно, он появится у меня, то Макгрегору будет чертовски трудно продолжать побеждать. Когда вы выйдете против Бугимена, это будет то, с чем вы еще не встречались. Настоящий бой, который все хотят увидеть, это Макгрегор против Фергюсона, потому что я размажу этого дурака. Вы уже видели, как он сдается еще до того, как удушающий прием закрывается. Я даже не знаю, стоит ли мне тратить время на этого придурка. Его уровень не соответствует моим бойцовским стандартам. Единственный парень, который сейчас может соответствовать мне, это Хабиб, сказал Фергюсон. Вы смотрели новости ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.